Чи не вважаєте ви, що якщо Зеленський би, в принципі, дав таку ініціативу, то народ би його підтримав? І фактично цим хто, людям, хто зараз псує Україні і економіку, і майбутнє, вони би фактично опинилися через 2-3 місяці не у справ. Безусловно, его бы народ поддержал. Но не только в этом его поддержали. Но он же не делает ничего. То, что поддержал бы народ. Я не знаю, за что его держат, да, и какие он обязательства, он кровью расписывался. Но я просто вижу, что те действия, которые Зеленский делает, то есть исполнение вот своих обязательств, по земле по той же, да, то есть он идет на пролом. Ему плевать на социологию, нравится это людям, не нравится. Ему плевать на то, что даст этой стране. Вот он идет на пролом. Вот почему-то он не идет на пролом в том, что понравится людям. И вот то же самое и по гражданству. Он не внесет. Да, возможно, это не одна команда в том смысле, что даже и Гончарук не команда. Он, вот те же, это попки дураки. Почему заседание у нас закрыто в Кабмине? Это, ну, это была шутка, да, чтобы мы не слышали этого. Но на самом деле все заседания, если кто обратил внимание, они проходят еще по выходным, по вечерам. По вечерам, потому что в США у нас разница по времени. То есть они проходят, вот реальные заседания Кабмина проходят на выходных по вечерам, когда они в эти мониторчики получают команды, что им надо обосновать. Им спустили, не сделали. Этот кабинет министров никаких решений сам не принимает. Они сами не знают, что делается, что происходит в нашей стране. И поэтому, да, одни придумывают, как ему его основать, а второй тоже придумывают, как это хорошо потом это все обернуть в красивую фишечку и где-то там запустить видеоролик. Вот и все. Они не понимают, что происходит. Мне такое ощущение, что они просто временщики. Для них это вот проект. Проект на 5 лет, если не получится, то временные рамки будут меньше. Что-то изменить? Нет. Ну никто. От Зеленского ни одной инициативы. Вот тот же Донбасс, да? Ну, вот это же его тема, мир. Вот берем Донбасс. Что он сделал? Ну, мы сейчас не говорим о Минских соглашениях. Просто вот мирная часть, мирная повестка. Мост, станица Луганская, да? Если мы посмотрим сообщение вице-президента, это исполнение международных обязательств Украины. И то не мост, его, он, это строительство еще было согласовано в 2016 году, Международный Красный Крест, Международная миссия Красного Креста даже 50 миллионов на это выделила. Никто не строил 2 года при Порошенко, потому что Луганск настаивал, чтобы восстановить автомобильный мост полноценный, как он и был до того, как его разрушили. Украинская сторона настаивала, Кучма, он был представителем и при Порошенко, сейчас настаивал, что это должен быть пешеходный переход, потому что иначе танки сразу поедут, если мост восстановят. И вот сейчас, да, несмотря на то, что Международная миссия Красного Креста давала на полноценный мост, нет там моста, это пешеходный мостовой переход. Это не мост, его сделали. Выполнили международные обязательства. Вот по Донбассу все, что иное взять, что сделано в гражданской повестке, это исполнение международных обязательств. Вот офис президента так и подчеркивает. Ни одной инициативы Зеленского. Вот на этой неделе умер еще один. В этом году уже 2 пенсионера. 60 дней срок проверки, да, получить пенсию, которая челночная. Второй пенсионер уже умер только в январе. Зеленский в июле, вот когда у нас был саммит Украина-ЕС, он тогда торжественно обещал, я этот срок изменю с 60 дней на 360, на год увеличу, да? То есть это изменить, это 2 постановления кабинета министров. Это один вопрос одной повестки дня, одного заседания. Слова и цифры 60 дней, изменить на слова и цифры 360 дней. Это же запросто. С июля месяца. Это уже на их совесть, они ничего не делают.